Hi guys, welcome back to June. This is the Gregory. So for today's video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Sperm Marine Knockout, 3 Hand-to-Hand Fight Champions, Encountered Second Black Beret Legend. And credit to the honor also with the video to Army, the true story and the stories. I'll put in the description box below so that you can connect also with the honor of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos or artists that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. I'll give you some little information with this video also, guys. This is a story about the Soviet Marines, about hand-to-hand combat and a fierce fighter who is tempted to call the Soviet Kung Fu Panda to the Marine Corps. The Black One is the beginning of the path. He's a legend. Oh, amazing. This is a Marines, Russian Marines, the Black Berets, Soviet Marines, USSR Marines and Marine Legion, Fierce Marine, World Champions, Hand-to-Hand Combat Army, Hand-to-Hand Combat Marines, Battle Defeated, Champion Defeated, Three Champions Army Stories. Oh, this is amazing. I really want you to enjoy watching with this amazing and incredible hand-to-hand combat, guys. With this gracious. And I want to hear also with you at the comment section. Wow. Thank you so Это история про советских морпехов, про рукопашный бой и лютого бойца, которого так и подмывает назвать советским кунг-фу пандой морской пехоты. Начало пути. Намек ясен? Нет? Ну так охотно вам поясню. Уверен, скучно не будет. Итак, поехали. Хорошо, а расскажи про этого прократиста, который в части был когда-то, попросил кто-то из матросов. Ну, во-первых, это был не каратист, и в части он не служил, а появился и исчез от мудохов за раз всех чемпионов дивизии по рукопашке. Степенно отвечал Кошка. Я знаю пацанов-дембелей, у которых ихние дембеля знали тех дембелей, которые служили в той роте, у капитана, который все это видел. О! А мне кто-то говорил, что это был ниндзя, специально приехавший из Японии, чтобы проверить подготовку наших морпехов, добавил еще один матрос. Да хлуайцы это были, или спецы из Уссуры, авторитетно встрял еще кто-то. Ладно, снизошел Кошкин, никто не знает, кто это был, так что слушайте и восхищайтесь. Брюс Ли тут и рядом не стоял. Матросы расселись поудобнее, Кошкин на правах рассказчика стрельнул сигарету и, раскурив ее, начал рассказ. Было это, как вы сами знаете, очень давно, еще в Советском Союзе. Вздумал тогдашний командир дивизии провести соревнования по рукопашке. Ну, посмотреть, кто у него самый крутой рукопашник. Народищу на соревнованиях была куча. Со всех полков съехали, с батальонов, с отдельных там рот. Кого только не было. И боксеры, борцы, и каратисты, и дзюдоисты, и просто здоровые пацаны, любящие подраться. Говорят, некоторые ротные всех своих залетчиков выставляли для массовости. Ну, сначала, как положено, всякие медкомиссии, взвешивания, распределение по весовым категориям. Рассказывают ужас, что за кабаны были. ДШБшники ростом по 2 метра, весом за 100 килограмм. Наш Паша, по сравнению с теми пацанами, чистый задохлик. Ну и началась великая битва. Сколько зубов повыбивали, страсть, всяких там травм немерено было. Спортсмены, которые судили соревнования, просто охеревали. Ну и постепенно начали вырисовываться чемпионы. В финал вышел один борец, пацан такой здоровый с Кавказа, дагестанец, из полка в Славянке. Еще парниша из 263-го разведбата, рукопашник и, короче, капитан из ракетчиков. Русский стиль там или что-то там такое, не помню. Про него говорили, что он расческой мог связать или табуреткой. Ну, короче, все фигня. Бились они там, бились, вопль в спорте.
спортзале стоял невообразимый. Первое место взял капитан, конечно. Второй пацан с разведбата. Ну а дагестанец третий. Дагестанец аж плакал, что третье место занял. Говорит, что ему отец не простит. Ну понятно, короче. Фанфары, трубы играют. Начальник артиллерии довольный. Надо же, его офицер всех побил. Самый крутой оказался. Разведчики дуются, но тоже гордые. Пацан у них молодой, но горячий. Его сам комбат разведбата тренировал. Дагестанец волосы на груди рвать перестал и успокоился, когда узнал, что приз за третье место – отпуск 10 суток, не учитывая проезда. Все медали вручают, грамоты, корреспонденты из флотского брехунка. Фотографируют, короче, аншлаг. И вот выходит эта троица победителей на крыльцо спортзала. За ними толпа, соответственно. Все хотят с ними пофотографироваться. И тут из чипка, рядом со спортзалом, короче, выныривает какое-то непонятное тело. Воин-драконок. Выныривает это тело, мороженое жрет и во всю пасть улыбается. Никто и внимания не обратил. Все подумали, что какой-то карась молодой, вечно голодный. Так вот, идет этот чувак через толпу, нагло так толкается и на капитану-чемпиону мороженым своим по черной пышухе на такой. Кошкин сделал эффектную паузу. Вкусно затянулся сигаретой, немного посмаковал дым, немного подогрел интерес слушателей и продолжил. Ну вот, по черной форме, липким сладким мороженым хлобысь и спокойно так типа не замечая, что наделал, прется через ступеньки. Отошел от лестницы, стал неподалеку и стоит мороженое, жрет. И руками так машет, типа прикалывается над всеми. Капитан только рот раскрыл, чтобы молодого прижучить. Пацан с разведбата, серебряный призер, такой с места срывается. Ну короче, возмутился бесцеремонностью матроса и несется к этому телу и орет. Ёпта, ты че, молодой, охерел? Ну-ка сюда, тело! А тот стоит и угорает. Разведбатовец не выдержал и свое коронное лоу ему с правой в левое бедро хлобысь. А лоу-кик у него, дай бог, поставлен был. На полдня ногу отсушивал любому. Так вот, на он ему лоу. А тот стоит, не шевельнется и угорает. Пацан в горячке ему хлобысь повтором в ту же ногу. И сам падает и корчится на земле. А тело это стоит уже без мороженого и руками так странно машет. Кошкин опять примолк и с сожалением затянулся. «Бля, кошак, не томи, дальше-то что?» – заныли слушатели. «Ща опять всех», – отвечал Кошкин, старательно маскируя бычок. Ну вот, и тут пацан-дагестанец срывается с места, несется к этому телу. Нифига себе, беспредел, чемпионов мочат. А этот что-то так как-то непонятно угнулся. Дагестанец только его в захват свой борцовский брать. Тот ему головой херак, прям в нос. Короче, это тело все-таки в захват попалось. Но как-то он сразу вниз падает и дагестанцу ногой прям по яйцам. На! Мои колокольчики! Тот заорал, за яйца схватился, кое-как справа ему крючка в бочину залепил. Еще больше заорал, за руку схватился, катается. Тут уже капитан бежит то ли разнимать, то ли драться. А этот непонятный чувак как-то рукой махнет. Офицер как схватится за глаза, на колени упал и тоже орет. Толпа к нему кинулась в чувство приводить, ну там спасать, а потом глядь по сторонам. А этот непонятный парень и пропал, как не было его. Короче, чемпионов понесли всех троих в санчасть. У капитана контузия глаз, у дагестанца перелом. Перелом носа, трещины на костяшках пальцев. У пацана из разведбата перелом, а того черта искали-искали. Никто так и не знает, кто такой, откуда. Короче, тайна, покрытая мраком. Матросы встревоженно загудели и принялись обсуждать рассказ. Кошкин, конечно, балабол, но рассказывать может. Тем более эту историю они слышали и раньше в разных интерпретациях. Однако Кошкин ошибался. Был человек, который знал загадочного супермена. И этот человек находился совсем рядом. Это был старшина роты Дед. Скажем больше, человек, навешавший люлей трем чемпионам, был его подчиненным и частенько получал в те годы трепку от старшины за различные провинности. Ну а чемпионом он стал после того, как еще будучи молодым, очень молодым матросом, стоя в наряде по столовой, утерял один алюминиевый поднос и был озадачен рожать его во что бы то ни стало. Что же было на самом деле? Правда или вымысел из рассказа матроса Кошкина, как говорил старшина Станислав Ежелец, на самом деле все было не так. Молодой матрос с героической фамилией Ярила, находящийся в самом начале головокружительной двухлетней карьеры, в период карасевки готовился стать или отцом, или матерью алюминиевого подноса. При сдаче наряда в столовой выяснилась пропажа в количестве одной штуки.
Дежурного по столовой проблемы пропажи абсолютно не волновали. С новым старшим договорились без проблем, только обещали возместить утрату. Матрос Елила, который отвечал за официантскую, пытался найти объяснение данному факту. И даже вспомнил, что кто-то из ротных дембелей жарил картошку на подносе. Жалкие оправдания карася старшину абсолютно не впечатлили. К исходу следующего дня Елила должен был возместить невосполнимую утрату. И абсолютно пофиг, каким способом. С утра, как обычно, все завертелось согласно распорядку и расписанию занятий. Личный состав старшего периода службы, не задействованный в соревнованиях по рукопашному бою, убыл на вододром. Молодых озадачили изучением общевоинских уставов. Морской пехотинец Ярила был привлечен к общественным работам. Под бдительное око старшины. Минут через 20 дед печально вздохнул, пересчитал всяческие сапожные принадлежности, вздохнул еще печальней и отправил молодого матроса в соседнюю роту. К старшине за металлическими набойками. Матрос был проинструктирован по поводу, куда идти, не соваться в сторону спортзала, ибо там соревнования идут, генерал и весь штаб дивизии, так что не вздумай. Ярила покивал и отправился к соседям, сжимая в руках записку. Соседний старшина был на месте. Перечитал записку, хмыкнул, посетовал на то, что у самого почти не осталось, потом, скрипя сердцем, отсыпал столько подков, сколько уместилось в кулаке у матроса. Морской пехотинец, довольный безукоризненно выполненным поручением, весело посвистывая, отправился в родную роту. На улице светило солнышко. Личного состава на территории почти не наблюдалось. Все были либо на занятиях, либо на соревнованиях. Одна за другой стали появляться шаловливые неуставные мысли. На территории части никого, это раз. Чипок открылся только что, это два. К начищенной медной бляшке с якорем, с обратной стороны пластилином, прикреплена астрономическая сумма – 1 рубль. Вот уже 2 месяца сохраняющая приверженность к одному хозяину и счастливо избежавшая хищных взглядов и порочных ручонок старослужащих морских пехотинцев. Это третий благоприятный фактор. Ну и четвертый, до ужаса надоевшая, перловка, вареный минтай и странное блюдо под названием солянка. По слухам, в матросском кафе можно было купить кучу различных вкусностей и предаться обворожительному разврату набивания желудка. Логическая цепь замкнулась, мозг самостоятельно подал команду ногам, короткие кирзовые сапоги затопали в сторону кафе. На входе никого не было, удача в этот день была явно благосклонна к матросу Ярилу. Из-за дверей спортзала доносились крики, овация, барабанная дробь. Из-за дверей чипка веяло могильной тишиной. Боязливо покосившись на генеральскую «Волгу» и холеного водителя, сержанта-сверхсрочника, Ярила толкнул двери в рай. Абсолютно пусто. Никого. За прилавком лишь скучающая королева плюшек и просроченного молока, тетушка Лида. Матрос сглотнул подступивший к горлу комок, строевым шагом протопал до прилавка. Чипочница профессионально смерила взглядом молодого морпеха. «Ну чего хотел матрос?» Ярила, трясущейся рукой, отлепил из-под бляхи заветный рубль и шлепнул его на прилавок. «Мне на все сочников, коржиков и молока!» Слегка заикаясь, но все-таки гордо произнес он. «Не обожрешься, малыш?» С удивлением переспросила тетушка Лида. И, не дождавшись ответа, стала ловко метать на поднос всякие вкусности. Потом защелкала костяшками счетов. 90 копеек с тебя!» произнесла чепочница, привычно обсчитав на 15 копеек. «Иди ешь, поднос сам в помойку отнесешь. А то наряд на ваши драчки побежал смотреть. Сдачу потом возьмешь». Счастливый Ярила взял поднос трясущимися руками и короткой перебежкой достиг столика. Приземлившись на скамейку, Ярила осторожно высыпал набойки на стол. Обозрел груду сочников, коржиков и булочек с маком. Вот оно счастье! Через 20 минут нескромного пиршества в гордом одиночестве пустого кафешного зала морской пехотинец ослабил ремень и допил остатки молока. Отдышавшись, Ярила встал, сгреб подковки, подхватил пустой поднос и нетвердым шагом двинулся к мойке. А в моечной его озарило. Руки самопроизвольно запихнули поднос под куртку и затянули ремень. Как в полусне он двинулся через зал к выходу. «Эй, матросик!» – остановил его трубный глаз чепочницы. Сердце ухнуло и скатилось в район пяток и неумело намотанных портянок. Молодой морпех шажками боком придвинулся к прилавку и проблеял. «И-я-а!» «Сдачи нету, ты сегодня первый. На сдачу мороженку!» Тетушка Лида сунула матросу в свободную руку вафельный стаканчик. Ярила, как зачарованный, сжал начавшее капать лакомство и на ватных ногах ретировался. «Пронесло!»
Ничего не соображая, как в тумане, он выбрался на свежий воздух. Грудь распирала счастье и алюминиевый поднос. На выходе на ступеньках было уже не протолкнуться. Радостно гомоняющая толпа валила из спортзала, что-то живо обсуждая, кем-то восхищаясь. Как сомнамбула, матрос Ярила пробирался сквозь толпу, ничего не соображая. Мазнул кого-то по рукаву ПШ мороженым и вырвался из толпы. Отошел чуть подальше от сборища. Оперся на метровый обломок рельсы, неизвестно для чего, замурованный в асфальт и покрашенный в камуфляжные цвета. Стоило осмыслить все случившееся. И в скором порядке, путем лизания, уничтожить мороженое. Тем более вокруг начала собираться небольшая стайка то ли ос, то ли пчел, почуявших сладкое. Ярила успел пару раз лизнуть лакомство и отмахнуться от пчел, как начало происходить нечто странное. Какой-то старослужащий морской пехотинец с непонятным криком подбежал к матросу и со всей дури влупил ногой по камуфлированной рельсе, на которую опирался Ярила. Потом, скорчивший страшную рожу, завопил еще громче, второй раз влупил по рельсе и, упав на асфальт, стал корчиться. Молодой матрос даже не успел ничего подумать, только инстинктивно отмахнулся от пикирующей осы, уронил мороженое и нагнулся за ним. В тот же момент, когда он разгибался, другой здоровенный морпех, наверняка выходец с Кавказа, неимоверно быстро очутился рядом и протянул руки. Молодой матрос, согласно приобретенным рефлексам, попытался разогнуться и принять строевую стойку, в результате чего его голова с треском соприкоснулась с носом здоровенного незнакомца. Незнакомый морпех взвыл, схватил матроса Ярила за куртку, видно, хотел помочь привести форму в порядок. А матрос Ярила тут же наступил на мороженое, подскользнулся и с размаху въехал сапогом в пах незнакомцу. Тот, ахнув, начал сгибаться и махнул рукой. Наверняка хотел взмахом отпустить молодого на все четыре стороны, в результате чего со всей дури заехал в край подноса под курткой молодого, бешено заорал и свалился рядышком с первым незнакомцем. Морской пехотинец Ярила, абсолютно не соображая, что происходит, быстро вскочил на ноги и автоматически отмахнулся от осы, пикирующей ему в глаз. При этом пара металлических набоек вылетела из плотно сжатого кулака, куда-то в сторону замерзшей на пороге спортзала толпы. Какой-то офицер, спешивший в сторону молодого матроса, вдруг тоже вскрикнул и схватился за глаза. «Меня за набойки старшина трахнет!» – подумал Ярила и кинулся их искать. Благо на ослепительно-черном асфальте их было легко обнаружить. Тут его и офицера, который стоял на коленях и держался за лицо, окружила толпа. Матрос еле успел подобрать подковки и, протолкавшись среди набежавшего военно-морского люда, направился в сторону казармы, гадая, что же ему будет. Произошедшее с ним он никак не мог осмыслить, ибо все произошло в считанные секунды и начисто стерлось из памяти. Придя в казарму, он отдал старшине подковки, торжественно вынул из-под куртки поднос и получил одобрительного лося. Потом вместе с остальными он сбегал к спортзалу узнать, что же там произошло, и некоторое время стоял, раскрыв рот, и слушал потрясающую историю о неизвестном гении кунг-фу, уложившем в 3 секунды всех 3 чемпионов дивизии. Вот так, абсолютно не осознавая, этот матрос Ярила вошел в легенды военно-морского флота. Такие вот дела. Wow. This is crazy hilarious like story and video of army, the true story. Such incredible. This is what I love Russian when they're making videos, because they're making such with like incredible, such a great story that makes a sense of humor that people will laugh and enjoy, because this is a true story of how this Russian make a hand-to-hand combat, because they are really strong and they are always prepared. Their training is not include with the guns or the artillery or weaponry. They include also the hand-to-hand combat, which is, they are really great in terms of hand-to-hand combat. These Russian are very advanced on it, and they know how to dealt, and the training was, might be the rigid training of these guys was so intense, and like you cannot imagine how their training was. And I enjoyed watching with this one, listening to the story and watching with this fantastic and beautiful humorous video of Russia, and it's really true. Oh my god, I love it. I enjoyed it so much. I learned a lot from it, and thank you so much. I guess you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. Thank you so much for Vietnam, спасибо to our Russian friends. So if you like this video, guys,
same as I did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also with my channel. This is Junis Blagadagriak saying stay humble, super positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Vietnam's Pasubato or Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. And see you on my next video reaction.